Орден Победы. Самый дорогой орден в мире. Прямо над Макдональдсом. Молодые люди, читаем информацию. Не поленитесь. Прочитайте информацию. Узнайте всю правду. Кто живет? Почему как произошло поражение в холодной войне? Поражение в холодной войне. Прочитали, пожалуйста, передайте своим соседям. Особенно. За что было отдано 27 миллионов жизней в Великую Отечественную войну? За свою страну. Кто за отечество? Пожалуйста, присоединяйтесь. Кто за свою страну? Кто за ее? За что воевали ваши братья? Молодые люди, за что воевали ваши деды и прадеды в Великую Отечественную войну? За что было отдано 27 миллионов, потрачено 27 миллионов жизней? Читаем информацию, кто за свою страну? 27 миллионов жизней. Ну вот, видите, за Макдак было отдано, пожалуйста. Правильно говоришь, да. Пожалуйста. А в особенности это касается всего молодого поколения. За что было отдано 27 миллионов жизней? За что жили ваши бабушки, прабабушки, дедушки, прадедушки? Кто за свою страну? Кто за свою страну? Пожалуйста, можете соседям вот раздать? Пожалуйста, прочитали, отдали будущее. За что было потрачено 27 миллионов рублей? Узнайте настоящую правду. Кто за свою страну? Кто патриот своей страны? Узнайте правду своей страны. Кто любит свою страну? Кто любит Россию? Пожалуйста, читаем информацию. Читайте, присоединяемся. Кто за свою страну? Кто за Россию?